Доброго ранку, з вами підйом, Єгор Калєніков, Таня Ожелевська, Антон Лірнік стажується. І далі, а до нас ще завітали два гостя. Я б сказала, Дімі, представники того самого світу віртуального. Я б сказала, люди двойного кліка лівої клавішою миші. Лівої клавішою миші, отак от. Люди ВСАД. Ну, я так называю людей, которые играют в компьютерные игры, делают это часто. Доброе утро. Доброе утро. С нами Микола Поплавский, геймер, который зарабатывает, власне, на компьютерных играх, и Володимир Урицкий, партнер Миколы. Партнер по компьютерным играм, Татьяна. Доброе утро. Первый, мы видим их в реале. Первый вопрос. Мы все завидуем. Один главный вопрос. Как вы оторвались от компьютера вот сегодня с утра? Тяжело ли было это сделать? Крайне сложно. Крайне сложно. Я вижу красные глаза и вот это и рука. Нет, вот просто можно первый вопрос? Да. Сколько времени вы проводите за компьютером? В день, от 6 часов, я думаю. От 6 часов. Так, а спите? 7-8. А, 7-8. То спите нормально. Хорошо. Скажите тогда мне вопрос, который интересует всегда. Какая игра, компьютерная игра, посадила вас, подсадила на себя, так сказать, и сделала теми самыми геймерами, которыми вас назвали? Ну, первая игра, скажем так, в моей жизни, это StarCraft 1. Если я не ошибаюсь, примерно это 98 год. Мой дядя приехал с Америки и подарил мне компьютер. Вот с этого момента я стал абсолютным геймером. Абсолютным мажором, во дворе. Сколько уроков было? 15 лет. 15 лет. Ты вообще учился в школе, власне? Да, да. Да. Ходил в школу, родители были с самого начала не против, и, видимо, поэтому я, так сказать, и пошел по этим стопам, по стопам геймера. Я немножко попозже, это был Counter-Strike, так как с друзьями, все друзья в клуб, поиграть, провести время, так сказать. Ну, так оно как-то пошло. Слушайте, а сейчас вот вы уже, ну, на профессиональном уровне, в клубы вы уже не ногой, то есть все уже, уже дома? Мы заходим чисто по нашим каким-то интересам. Чисто поборжать, знаешь? То есть нет такого, да, все уже, все сидят по домам. Ну, это да. Так, хорошо, а кто вы по образованию? Вопрос. Я вам так скажу, что у меня даже не законченное высшее образование экономическое, и, соответственно, вот с того момента, как я стал геймером, я как-то с образованием у меня перестал складываться. Владимир? У меня высшая защита информации. О, ну тут есть, да, уже чуть-чуть. Скажите, будь ласка, я подразумела, что можно зарубляти на играх, и сколько вы зарубили, первый ваш заработок? Первый заработок, он был крайне маленький, я выиграл буквально турнир у себя во дворе, в компьютерном небольшом клубе, который находился в одной из комнат ЖЭКа, и, если я не ошибаюсь, это было где-то, ну, 40-50 гривен первый мой заработок. О, да, это хорошо. А зараз, сколько зарубляют сучасні геймеры? Есть некоторые организации... Вы? Сколько зарабатываете вы конкретно? Конкретной суммы нет, потому что, ну, у нас, скажем так, у нас нету зарплаты, мы вот сколько смогли заработать за месяц, столько мы зарабатываем. Касательно геймеров, которые сейчас находятся в хороших организациях, они могут получать от 800 до 1500 долларов в месяц. Угу. А перспектива при есть тратя... Подожди секундочку, а сколько времени тратится на это? На эти 1500 долларов? Ну, тренировки обычно около 6 часов. Рабочий день. Да, рабочий день. Нормированный рабочий день. Соответственно, единственное, что он не нормирован в графиках каких-то, то есть это не с утра. Все геймеры в основном тренируются после 6-7 вечера и до 3-4 ночи. А не теряете удовольствие от того, что это превращается в работу? Кайф не исчезает? Нет. Когда ты поднимаешь чек над головой со своим флагом, с флагом своей страны, ты сразу забываешь о том, что ты устал, что у тебя была тяжелая подготовка к тому или иному турниру. Все это сразу забывается. Хочется еще и еще. Да. Слушайте, а вот, ну, как вам относится, ну, скажем, вот вы говорите, что вы спортсмены, правильно? Да. Спорт, да, и как бы у него есть чемпионаты. Как вам относятся остальные спортсмены? Я имею в виду более, скажем, привычные. Скептически, но в футбол играем мы регулярно, поэтому... То есть у нас одно из основных хобби – это футбол. Мы даже, ну, скажем так, я вот занял с товарищами третье место по футзалу в Киеве буквально месяц назад, да. То есть мы обыкновенный спорт не исключаем из своей жизни, но стараемся не исключать. Кстати, вот вы мультигеймер, правильно я понимаю? Нет, мы представляем под собой мультигейминг. А что это такое мультигейминг? Мультигейминг – это, скажем так, организация, в которую входят две или более компьютерных киберспортивных дисциплин. Ага. Так, какие же входят в вашей? В нашу на данный момент входит World of Tanks от компании Wargaming и FIFA от компании EA Sports. В данный момент мы ведем переговоры по Dota, потому что Dota это самая, в данный момент вообще самая популярная и перспективная дисциплина, которую, ну, самим очень интересно развивать. А хорошо, а есть ли какая-нибудь схема, как самим можно заработать, не участвуя в турнирах, вот как мой друг Семен, который покупает что-то, а потом продает? Это стандартная схема кота Матроскина, так он работает, так он играет в линейку, покупает что-то и продает. Да, это распространено ли это и сколько можно на этом заработать? На этом Ну, купи-продай такого, в принципе, нету, потому что, ну, как бы, все игры, которые сейчас есть, да, они все, в принципе, официально.
И компании дошли до того, что они как бы создают сами свой магазин. То есть они черный рынок как бы исключают под собой. Я не можу промовчати, як дівчина, як мама. Скільки зараз реально існує проблема того, що діти втягуються в комп'ютерний процес, вони перестають вчитися, вони перестають спілкуватися з дітьми, перестають гуляти на свіжому повітрі. Скажіть, будь ласка, у вас особисте життя склалося? Ви можете стати прикладом для підростаючого покоління, як геймери? З особистим життям? У вас все хорошо? Є діти у вас? Дітей нема, але є дівчини і син. А ви б своїм дітям дозволили б грати по 6 годин на комп'ютері? По 6, думаю, вряд ли. Скажем так, я бы, наверное, все-таки распределял время, скажем так, давал время на спорт, на обыкновенный, на учебу. И, соответственно, уже после того, как будут готовы уроки, ты пришел с тренировки, тогда я бы разрешал, наверное, своему сыну играть в компьютерные игры. Дякую. З вами був Микола Пополавський, геймер, який заробляє, власне, на комп'ютерних іграх. Володимир Рульський, партнер Миколи по іграх. Я сподіваюся, що у нас хватить розуму у суспільства ділити нормально свій розклад на свіже повітря, на особисте життя, трошечки на комп'ютер і так далі. А далі ми дізнаємося, як навчитися читати своє тіло вже за мить. Це зробить Віктор Сидоренко. Поки буде пауза, така ж маленька, коротенька, як улыбка котенка. Така.